Ну что, ребят, третий раз привет. Третий видос этого аккаунта. Забираем эти плюшки, которые мы в предыдущих выиграли. Так, что у нас тут? Самики мы забрали. У нас осталось 28 тысяч самоцветов. Сейчас мы с вами паролим талантики. Для недостающих героев пооткрываем плюшки, которые мы получили. Ну и пойдем в акции. Так, это у нас. Давайте начнем с сундучков сразу же. Так, четвертое. Можно поставить на наши эти герои все. Так, Бигфут у нас уже с талантиком. У нас вот эти вот, которые без талантов. Пока так сделаем. Будем на стрелке. Так, ремочка 4-5. Ремочка, ремочка, ремочка. Сейчас посмотрим, кто у него тут на ремку просится. Так, ну тут никого такого. Валька с пятерочкой, Купидончик с пятеркой. Так, Ронин, Хранитель. Вот Хранителю можно поставить, пусть будет четверка. Так, увеличение. Так, это мы сейчас поставим на Бигфута. Ну что, поехали. Блин, надо пару топовых талов. Так, сразу же пятерка падает. Ворожай с пятеркой. Стрелок Некрос. Ну, Некроса он качать будет. Я думаю, все-таки стрелок у него будет в приоритете. Давайте пока так. И сразу же пятая ремка. Просто огонь, ребят. Это просто жесть. Так, смотрим. Смотрим, смотрим. Дерево троечка однозначно идет на дерево. Хранителю четверки там вполне хватит. Дерево ему будет нужнее. Так, ну отлично. Начало отличное. Оживо. Ну, сразу же поставим дерево со скину. Мало ли, ремок у него уже рунами есть. 4 сета. Мы это сделали, поменять. Отличненько, просто, просто отлично. И это мы поставим Бигфута у него, правда, без скина. Там тройка. Так, что у нас тут есть такое интересное? Тут у нас ничего интересного на Зашку нет, но у нас есть Рино. Поздравляем. Ну, блин, тебе тут качать и качать теперь. Качать, не перекачать. Так, поменять. Сейчас дойдем до этого. Поехали. Бум. Еще один просвет. Ну, это уже пойдет, наверное, вот сюда. Он прокачает сначала этих героев, потом какашки у него появятся. Это Некроса сможет докачать. Еще одна огненная защита. Так, ну, блин. И тут я задумался. Эти все у него без скина. Тут троечка. Пятерка, тройка. Ну, поставим на красу. Так. Такое себе. Это мы сейчас найдем допа какого-то. Заменить. Ну что, поехали по 300. Будем пробовать на стрелке. Может, что-то интересное выпадет. Так, замедление 4,8. Ну, хотя бы на время поставим Купидончику. Вдруг он будет опять актуальным на архидемоне. Так, окей. Поехали дальше на нашего стрелка. У просветов хватает. Проблем у него с значками почета не должно быть. Так, смертельная четверка. Тут у него, конечно, героев. Пятерка, пятерка. Сейчас ниндзика будем. Четверка. А тут четверки, пятерки. Все есть. Оно особо ему не надо. Значит, четверки нету смысла даже ставить. Поехали. Так, ожива не нужна.
Бег. Бег, бег, бег. Тут у кого-то была четверка. Так. Ну, блин. Конечно, тремку достали. Еще бы неплохо было бы на тыковку какой-то топовый талантик вырлить. Если получится, конечно. Так. Ну давай, рандом. Еще одна четвертая. Ну, тут у него есть медуза вроде. Ведьма с тройкой. Медуза с тройкой. На медузу поставим. Так, на архидемона может будет бегать. Так, поехали дальше. Да, сейчас бы еще пакт сюда выбить. Пришлось бы на ком-то менять. Так, каменка, двойка. А, вот так вот что-то оно затормозило. Так, ну. Все. Окей, с этим мы разобрались. Как видите, с талантиками нам там не особо подфартило. Так, что у нас есть? Рулетка удачи. Она еще сегодня есть счастливое число. Ну, короче, в общем, сегодня счастливое число он уже сам сходит. Поехали в яйца, посмотрим, сколько у нас там попыток. 60, наверное, должно быть. Попробуем там. 70, ну, поехали. Варлок, череп, анубис, стрелок, ворожей, асура. Асуру отсюда надо бы еще достать. Но огнекрыло я тоже бы не отказался за 70 попыток. Вдруг да и повезет. Так, окей. Самики. Интересно, интересно. Ну, я более чем доволен. Мы сделали, в принципе, все по максимуму, что можно. Так, есть. Самики. Исцеление. Ну, давайте уже героя надо давать. 25 попыток. Так. Кристаллы. Блин, нифига. 29, уже 30 попыток. 3 пака с героями. Как видите, в этой, поэтому я и собираю через базар героев, через осколки. Потому что ну, нереально отсюда вытащить. Как дополнительный единственный вариант. Так, кристаллы. Еще один ворожай. Ну, у него уже ворожай с головой. Такс, 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 сущность. С ворожаями у него проблем нет. Однозначно. Так, кристаллы. Ну давай уже. Анубис, блин. Я думал уже Асура. Ну блин, та тоже круто, чё. Еще один Анубис на аккаунте. Еще одного прокачает. Так. Еще и стрелок, блядь, ребят. Это просто жесть. Это просто жесть полная. Супер. Стрелок, Анубис.
Варлок даже. Блин, ну Асура и Огнекрыл, это было бы очень жестко за 70 попыток. Ну, и так, ребята, это очень круто. Короче, мы ему и повторок натащили, и вторых героев, все, что хочешь. Так, мастер яиц. Ну, 5 попыток. Удиви. Амики. Так. Блядь! Сука! Ну что я могу сказать, ребят? Это судьба. Это просто судьба. Огнекрыл, ребят, Огнекрыл, 69-я попытка, и мы вытащили Огнекрыла. Это просто эпик. Это просто... Ну, поздравляю от души. Что я могу сказать? Ну, нет слов. 69-е Огнекрыл. Жесть. Просто, это просто жесть. Я в шоке. Я просто, ребят, я просто в шоке. Огнекрыл на 69-й попытке. У тебя уже, в принципе, есть практически все, что надо для нормальной игры, комфортной. Просто огонь. Офигеть. Давайте сливаем ниндзика еще одного. Посмотрите, сколько мы героев достали. Просто офигеть. Ну что я могу сказать? От души. Ну а с вас, ребята, просто комменты, лайки, все как обычно. Это просто жесть. Ну тут, конечно, мы сейчас ничего. Пятый бег. Пусть будет так. Ну, супер. Так, у нас там еще какая-то акция есть. Ну, блин, да тут уже ничего. Поехали. Рулетка удачи еще у нас сегодня есть. Выращивай призы, он уже сам зайдет, думаю. Сейчас посмотрим. Давайте, рулеточка. 32 попытки. Офигеть. Я в шоке. Коробка тыквы. Отлично. Еще сетик пятый достали. Так, камешки забираем. Фух, блин, это просто у парня мега удача сегодня. Еще и седну получили. Добиваем. Давай, останавливайся уже. Капец. Просто капец. Так, еще есть коробка. Давайте, поехали. Плюшки пооткрываем. Давайте это все зальем сейчас в Огнекрыло. Блин, какие герои мы сегодня достали. Ну, практически десятка. Он уже там докачает, попродает это все. Что там? Я думаю, с коряшками у него есть, докачает. Хватит. Ну, будет сейчас теперь опять же качать Огнекрыло в первую очередь. Наверное. Так. Ну, давайте. У нас еще есть смены. Поехали сразу на нем паролем. Офигеть. Просто офигеть.
Как пятерки начали падать. Это что такое? Опять? Так, заменить. Вообще огонь. Так, самики мы ему оставим. Давайте коробочка. Бум. Гнев. Ну, честно говоря, такое себе. Кому-то дай пристроит. Блин, ну что сказать, круто. Мега-мега круто. Так, что у нас тут еще? Награды, еще сундучок. Поехали, да, открываем все, что там у нас есть. Ребят, у него 8 ложных выпадов. Он может даже огнекрылый ложный выпад на первое время поставить и многим героям. Это опять же все прется в кулаки. Просто мега удача. Ну давай. Ну, такой себе сайтик, конечно. Так, ну тут Фрейю бы отсюда вытащить. Заклинательница. Так, давайте эти побарику все пооткрываем. Еще один Анубис. Ну, что я могу сказать? Я просто промолчу. Я эти карты трогать уже не буду. Так, 20-е исцеление. Чем тоже поздравляю. Нужные сеты. Так, ну тут все такое уже пооткрывает сам. Так, есть еще акция у нас «Выращивай призы». Просто жесть. Не так не радуешься за себя, как за других. Так, что у нас тут есть? Бигфут, Фрея, 180-е. Ну, попробую отсюда еще вытащить. Придется все-таки делать еще один видос, но ничего не сделаешь. Будет сегодня у нас шок-контент одного аккаунта. Все, всем, ребят, всем пока. Обязательно лайки, репостики, участвуйте в конкурсе. Всем пока.